Комментарий Александра Гильмана, и потом просим Иосифа Корина, и готовится Дмитрий Коробкин. Я просто хочу пояснить насчет Владимира Бузаева. Его действительно выдвинули в этот в временное правление, и мы с ним говорили, это наш близкий друг и единомышленник. Но человек довольно тяжело болен, он около месяца провел в больнице, он только в предыдущую пятницу из больницы вышел, и сегодня от него требовать такой значительной работы, которую требует это правление, невозможно. Он присоединится к нам, когда поправится. Спасибо.